una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento. Эти объятия выражали не только радость победы, не только дань любви к тем, кого мы лишились в пути. Это был символ восстания кучки маленьких людей, которым удалось выкачать через трубу 90 тонн золота. Мы отправили миру послание надежды. Человек способен на невозможное. Но сражение еще не окончилось. И в ближайшие часы надежда. Вот что потребуется нам самим больше, чем когда-либо прежде. Впереди нас ждало самое тяжелое испытание, которое мог поставить перед нами реальный мир.